Аким города провел очередной прием граждан по личным вопросам. Он, внимательно выслушав отдельные вопросы населения, совместно с партией «Нур Отан» дал конкретные поручения заместителям и руководителям соответствующих отделов по решению актуальных вопросов граждан. Вопросов было много. В основном это были обращения по трудоустройству, социальной помощи, земельных проблем, а также сферы малого бизнеса. Кроме этого, жители города беспокоят отсутствие дворовых клубов для досуга молодежи. По каждому обращению были даны ответы, разъяснения и рекомендации гражданам. Немало было и тех, кто пришел просто выразить свою благодарность. В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам молодежи. В Таразе насчитывается 74 тысячи учащихся и более 40 тысяч студентов, а в городе работают всего 4 дворовых клуба. Для молодежи с общей численностью более 100 тысяч человек этот показатель слишком мал. Эту проблему планируется решить в ближайшее время. Аким города Тараза Кайрат Досаев провел прием граждан. В общем, на собрании были подняты разные вопросы, но каждый из них нужно время. Есть проблемы, требующие быстрого решения. Для каждого вопроса будет принято решение в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В завершении встречи аким области поручил соответствующим руководителям отрасли рассмотреть законные пути решения вопросов, озвученных в ходе приема. Виктория Трегубова, Санат Аралбек, 77 News.